Добрый день! У нас сегодня открытый урок для ребят, которые живут в Великих Луках и хотят познакомиться с нашей школой. Наша школа церковно-приходская и носит имя Ольги Александровны Романовой, которая была прихожанкой нашего собора и жила в Торонто. Она родная сестра царя последнего российского императора. Наши дети ходят в школу каждую субботу с 10 утра до 3 дня и занимаются изучением русского языка, русской литературы, русской истории, законом Божьим. А еще они любят петь и рисовать. И у нас есть урок драмы, урок живописи, урок музыки, где детки поют и делают представления для праздников Рождества, Пасхи, Масленицы. Об этом у нас есть на веб-сайте статьи. А сейчас девочки и мальчики хотят познакомиться с вами. Привет, мое имя Соня. Я люблю собачки, и у меня есть собачки дома. Ты любишь собачки? Йо, меня зовут Катя. Как тебя зовут? Привет. Привет, меня зовут Полина. Мне 10 лет. Привет из Канады. Меня зовут Виктория. Меня зовут Мирослава. Меня зовут Софика. Мы в первом классе. Наша учительница Елена Евгеньевна. Здравствуйте, меня зовут Степа. Мой любимый цвет желтый. Я люблю рисовать и играть в футбол. В будущем я хочу стать художником. А вы что любите? Привет, меня зовут Софья Борисова. Я очень сильно люблю животных. Мои самые любимые лягушки. А какие вы животные любите? Hey, what's up? Я Полина. Мне 9 лет. I love basketball and playing games. What do you like? Hello, I'm Anna. And I'm Tanya. How are you? Вы говорите по-английски. Здравствуйте, мое имя Люка. Вам нравится рисование? Если да, хорошо, потому что у нас есть специальный класс для рисования. Вот такая наша школа и наши ученики. Мы хотим с вами общаться, переписываться. Может быть, от вас увидеть кино. Всего доброго. Пишите нам. Мы ждем ответа.